Едет самый опытный райдер на Минске. Я тебе говно сказал. Винчик сломал, да? Нет, еще. Пока мы ждем Виталика, который как черепаха едет, нам нужно пробраться на свалку. А за свалкой трасс. Можно, в принципе, поехать через лес, чтобы сюда не пробираться. Но ради контента нужно пробраться через это. Через вот это огражденное. У нас свалка молодежинская. Здесь у нас, не знаю, ветки складывают, их потом перемалывают или что. А дальше там трасса. Есть. Так а что он так... Обороты подкрутить, не знаю. Я сцепление выжимаю на газу и отпускаю. Обороты подкрутить, карбюратор. Там болтик есть, карбюратор. Покрути его против часовой. Два витка. Можешь руками даже попробовать, а может торт сюда. Гоняйте.
рюкзак на прогулку выехал. Дал. Бля, Леха, без жилетки, ну снимай. Не, ну и дуры сказали, можно. А что это вот так пишет? Ну, когда заводишь. Все нормально. Надо газу больше ехать. Ну, аккуратно, но чуть больше, да? Ааа, за нереально ехать! Чумас! За нереально ехать! Я почему не отстаю-то? Хочу, что за ним есть. Впереди! Надо рядышком! А я его попробую догнать! Он здесь выпрыгивает! Дай. Я уже сегодня на минчике. Так он борзее, чем 450-ка у коростика. Я на 450 ехал, меня так не подвело. Он просто буксует как-то, то ли там сцепление буксовало. Но он как-то больше в дрифт. Ну какой пружины, бля, вообще. А этот же ездит, его же подкидывает на всех передачах. Вперед смотри, не назад. Это весовая категория. Там надо подвеску сразу жестче закручивать. На всю. На всю. И кол вставить еще. Офигеть, он же всегда поднимает. Нет, Саня не поднимает. Нет. Что? Я и вниз, а она ему похуй, блядь. Понимаешь, блядь? Тебя не поднимала. Поднимала? Мы не видим. Мне кажется, я там... Ну да, такие в горы залетают. Дело что не, блядь? Без проблем. Ну, на кто... Я там на цыпочках поднял моцик. Потому что моцик оказался выше меня. Я не знал. Что ты не знал? Что ты знал? Я сейчас, блядь, опять забуксую. Будешь тянуть? Будешь больше газа давать. Ага, я забуксую. Мне пофиг на это газ. Давай, давай. Ехать, а не туда. А я хотел скоротить. Погнали назад. Фу, тут мне что звонялось. Фу, обосрался. Я надеюсь, это на спине у меня нету, да? Надеюсь. Тебе капает. Я капаю? Тебе капает, да. Фу. Что тебе сказать, что там говно? Говно. Ты сам говно. Сам ты говно, это не говно. Ты говно заберись, блядь! Говно заберись! Подними на вражись, как срать! Фу, я в ручку вывожу. Ты в ручку насрал! Ты...
прямой? По прямой! Я выехал. На, сфоткай. С этого говном меня. Я тебя сфоткаю. Ну конечно, обосранный весь, так уже и сфоткай, да. Конечно, да, с обосранной стороны надо. Колено вправить, подожди. Вау. Давай, фоткай, блядь, я не могу стоять. Ой, я сейчас как Ван Дамм сяду на шпагат. Только не ебанись. Ван Дамм ты. Ты что мои перчатки скидываешь? Какой закат! Почему так долго? Виталик потерялся. Едем искать. Маруся, ты где была? А? Маруся, ты где была? Там, какая? Я заехала туда, видишь, где вот там столбы. Надо было направо поворачивать и ехать. А там болото и как раз только два бревна, по которым пройтись. Надо было ехать. О!